Привет, друзья! С вами, как всегда, Алексей. Сегодня у нас замечательный день. Сегодня мы с вами будем проводить водичку на улице, чтобы можно нам было все поливать. Здесь у нас будут грядки, и нам нужна вода. И вода у нас будет идти с этой будки. Купили мы для этого такой красивый шланг. Немного, друзья, компании. Компания Ardena была основана в 1961 году в Германии. Это фирма, производитель всевозможного инструмента для огородов. Косить травку, инструмент. Вот, к примеру, тоже от этой фирмы. Кусты косилка. Ножницы для кустов. Шланги, насосы. В 2007 году фирма была куплена другой здоровой фирмой под названием Husqvarna. Это вы знаете. Так что очень качественный инструмент. И это все мы установим. И соединительный набор. Так, я думаю, кран где-то будет здесь. И покажу, откуда вода будет течь. Трубу я вывел здесь. Здесь мы сделаем кран на всякий случай. И пойдет вдоль стены. И там пробурим и на улицу. Первым делом мы установим кран. И поднимемся на чердак. И там соединим к системе, чтобы вода у нас пошла. Ну что, давайте приступим. Так, здесь водичка у нас течет. В этой трубе потечет. И сейчас мы ее врежем к этой трубе. Загнем. Сразу заизолируем. Потом она у нас останется в стене, чтобы она не конденсировала. Так, и как-то здесь сейчас врежемся. Наверное, где-то здесь. В этом месте. И туда пойдет. Здесь нам просверлить надо. Крепление забубенить. Так, в общем, просверлил, кран закрутил посерединке и попал в просак. Здесь все хорошо, вроде с запасом все вывел, маленько выпала штукатурка. Смотрите, все идет. Опа, блин, короче, 20 сантиметров не догон. Попал в просак, Алексей. Что делать? Хорошо, что у меня такая букса есть. Сейчас ее запридолим. Включаем воду. Так, друзья. Здесь мы подцепили. Ну, здесь просто эти буксы обшивные. Металлопластиковые трубы. Элементарно. Все, ничего не капает. Все ништяк. Все отлично. Водичка пошла на улицу. Вуаля. Ништяк, все готовченько. Так, здесь она вышла. Здесь у нас кран. Немного переделывал, а то капал. Сейчас переделал, все хорошо. Здесь пока такая изоляция. Идет. И сейчас на улицу. Все. Все работает, все по красоте. Здесь с улицы все запенил. В дальнейшем здесь одна плитка будет на этой стене. Так что запас сделал. Здесь быстрое соединение. Делается так. Хоп. Нажимается. Чик. И все плотно, крепко и не стекает. Так, вода пошла в шланг. Здесь также быстрое соединение. Здесь сейчас я вам попозже покажу, как это работает, распылитель. Три болта в стене на 10 с пробками. Здесь два болта на 8
крепится и на такой подушке и вращается на 180 градусов. Чтобы работать, включаем воду. Вода пошла и разматываю. Если сильно у меня из рук выпадет он, сейчас я вам покажу. Из рук, если выпрыгнет, то сразу заклинит и не будет сматываться. А чтобы он смотался, надо чуть-чуть потянуть. И тогда он сматывается. Все, сейчас покажу, как работает. Надо нам что-то полить. Так, остановился. Открываем кран, вентиль. Вот здесь. И получается вот такой дождик. Если дальше раскручиваю, то получается уже струя. Вот. Поливаем яблоню. Также закручиваем дальше. Дождик. Раз. Все. Сейчас сматываем. Чуть-чуть. И пошел он у нас. Все. Красота. Захотел помыть руки. Чуть-чуть открыл. И моешь. Все. Закрыли. Гарантия, друзья, на 5 лет. Цена 94 евро. Есть разные комплектации. Самый короткий 15 метров, есть 20-25. 25 метров стоит 135 евро. В наборе был короткий шланг и различные переходники к крану. Этот у нас побольше. Если кран поменьше, то поменьше есть. Вот такая красота. Давно ходил, шланг под ногами не валяется. Раньше у меня была такая тележка. Очень неудобно. Неудобно сматывать. И, в общем, что сказать. Неудобно и все. Это не фирменный, простой, самый обычный. Шлангу уже 10 лет. Весь уже такой твердый. Здесь два шланга намотано. Я, конечно, советую покупать фирменная вещь в таком плане, чтобы не болела голова. Хотя не фирменный стоит в 2 раза дешевле. Но со временем это даст знать. Этот проработает, думаю, минимум 10 лет, и все будет хорошо. А дешевый, через 2 года будете покупать новый. Где здесь экономия денег, я не вижу. Ну а с вами, друзья, как всегда, был Алексей. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Хорошего вам лета и хороших фирменных вещей. Пока! Thank you.